В Люберцах продолжается ремонт подъездов. На днях Владимир Ружицкий побывал в Томилине с контролем качества проводимых работ. К концу 2017 года в городском округе планируется отремонтировать более 1200 подъездов многоквартирных домов. 124 подъезда в этом году отремонтируют в Томилине. 26 из них уже завершены работы. Вместе с представителями местной администрации и управляющей компании Владимир Ружицкий проверил, как идет процесс реставрации подъездов. И штукатурка, и краска, и почтовые ящики, и входная группа. Ну а самое главное, значит, вот ставится задача, чтобы с жителями обсуждали вопросы цвета, краски. Возможно, жители хотят что-то по-своему видеть. Особенно там, где проживает инвалид, должны быть пандусы. Поэтому эти все вопросы мы стараемся решать. Томилинские жители, надо сказать, ремонтом в своих подъездах довольны. Особенно тем, что работы ведутся аккуратно и не очень шумно. Покрасили стены, потолок. Все хорошо, аккуратно. Цвет тоже такой хороший цвет, приятный. Убрали за собой все, кстати, вот. И даже окна помыли, тоже что удивительно. Отметим, что работы реализуются по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в Люберецком округе к осени запланировано отремонтировать 1298 подъездов. Уже готовы 302. Потратить на ремонт в 2017-м собираются 225 миллионов рублей. Это средства регионального и местного бюджетов, а также управляющих компаний. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.